Так, ну что, давайте, наверное, мы это самое начнем, чтобы не тянуть долго. Добрый день. Что такое? Ну, большую часть наших слушателей я вчера видела. Для тех, кого не видела, меня, кто вдруг меня не знает, меня зовут Лизавета Михальчук, я искусствоведка, кураторка. С 17 года по 21 год я была кураторкой галереи пространства КХ в Бресте, в Беларуси. Сейчас в связи с ситуацией и ликвидацией и всем прочим, то есть мы не имеем возможности делать проекты офлайн, и я занимаюсь онлайн инкарнацией галереи пространства КХ на сайте spacekx.com. Там идут выставки современного актуального белорусского искусства, что является, в общем-то, моим основным интересом, моей основной деятельностью. Но помимо, вчера я говорила об этом много, о том, что помимо работы с вот этим сегодняшним живым и пульсирующим искусством, я все-таки регулярно меня тянет назад к моему классическому искусствоведческому образованию, к моей вот этой вот теоретизированию, к стремлению прослеживать какие-то аналогии в долгие исторические периоды там, и так далее. Курс, который из вот сейчас трех лекций, сегодня, завтра, послезавтра, это первая часть, я надеюсь, что первая из семи моего курса, который я разработала, который называется Art All Inclusive, мастерство все включено, и который посвящен исследованию самых разнообразных таких маргинальных пограничных зон, областей, отраслей искусства, которые находятся где-то на стыке с тем, что принято в целом как бы до сих пор называть чистым, настоящим высоким искусством и так далее. То есть как бы, меня интересует все, что не вот это. То есть эти зоны, они могут касаться того, проблематизировать вопрос того, кто делает искусство. То есть это там, раса, гендер, здоровье, там, психологические какие-то особенности, собственно, художников. Это может касаться того, кто делает, как делает искусство, почему делает искусство, где делает искусство. То есть постепенно, я предполагаю, в этом курсе такое подрывание вот этих стереотипов, которые мы имеем по поводу самого, собственно, понятия искусства и понятия художник или художница. И этот первый блок называется «Непрофессиональное искусство». В нем три лекции: народное, наивное и искусство аутсайдеров или арт-брют. Начинаем мы сегодня с народного искусства, как бы, то есть очень логично с него, именно с этого искусства вообще начать в целом весь этот курс, потому что, по сути своей, народное искусство – это такое протоискусство, то есть все, ну, то есть то, с чего, безусловно, начиналось когда-то там, неизвестно сколько миллионов лет назад, собственно, искусство. Поэтому и к первобытному искусству, и к искусству там первых цивилизаций, то есть, в общем-то, применим тоже этот термин «народное искусство», потому что, то есть, как отдельный вид деятельности человеческой, то есть искусство формировалось достаточно долгое время, в разные периоды цивилизационные были моменты, там, когда были расцветы египетской цивилизации, греческой, то есть на пиках вот этих цивилизационных искусство выделялось в отдельную профессиональную деятельность, но окончательно оно как профессия сформировалось, конечно, в эпоху Возрождения. В тот момент произошел окончательный вот этот водораздел, когда стало понятно, что вот художники отдельно, а народ
отдельно. И то, что делалось и переплавлялось в этом котле коллективного опыта и коллективного восприятия действительности и вот передачи его, да, через коллективный какой-то визуальный опыт, на тот момент это точно было оставлено за границей, то есть и ну, как бы маргинализировалось постепенно все больше и больше. То есть начиная с эпохи Возрождения этот разрыв между профессиональным искусством и народным, пропасть становилась все больше и больше и больше и больше. Естественно, это достигло такого пика в XVIII веке, когда, ну, то есть коллекционеры, в основном, конечно же, принадлежавшие там королевским или к самым высоким слоям, люди, которые могли позволить себе приобретать профессиональное искусство, а народ, он там внутри, в общем-то, продолжал самообеспечиваться этим искусством. Естественно, среди народных художников всегда были какие-то более талантливые мастера, которых, ну, можно даже в те времена, я считаю, уже назвать наивными художниками. Ну, то есть это народные мастера, но которые имели авторский стиль какой-то уже узнаваемый. Но сегодня мы говорим о том народном искусстве, которое является собой вот действительно этот коллективный опыт и коллективный код, который лежит в основе нашего вообще визуального восприятия действительности на самом-то деле. Как бы мы это хотели или не хотели признавать, но так или иначе все растет оттуда, просто по-разному сегодня как бы проявляется. Об этом тоже я в конце буду говорить. Мне, на самом деле это, наверное, вопрос, который относительно народного искусства волнует меня сейчас больше всего, о том, что мы имеем сегодня. Ну, то есть, как бы, когда мы смотрим, как развивалось народное искусство на протяжении там, столетий до 20 века, то есть можно его найти какое-то определенное количество характеристик, определенное количество сохранившихся до сих пор примеров, произведений там, и так далее, но они все идут вот в этой неразрывной цепочке традиции. То есть, а 20 век – это момент ну, абсолютно критический, катастрофический, возможно, для народного искусства. Ну, то есть, тут много очень вопросов, которые, мне кажется, важно поднимать и себе задавать. Что произошло с нашей традицией, с нашими корнями, да? То есть во что оно превратилось? Умерло, ну, пациент скорее жив, чем мертв, или скорее мертв, чем жив. Нужен ли нам вообще этот пациент? Как бы нужно ли нам его реанимировать, или нам нужно его похоронить? И будет ли когда-то еще в нашем мире народное искусство в таком формате, как оно существовало, ну, как бы испокон веков. То есть, изначально, конечно, я очень хотела отметить некоторые моменты, которые, ну, во-первых, терминологические вопросы. Это, конечно, с этого я очень люблю, я с этого всегда начинаю доколупываться до слова, потому что, ну, то есть, когда говоришь «народное», ну, то есть, это, естественно, вызывает очень много вопросов. Ну, то есть, есть много синонимов для этого искусства, то есть, это может быть там традиционное искусство, каноническое искусство, первобытное, непрофессиональное, крестьянское, фольклорное, ну, то есть, миллионы всяких каких-то коннотаций иметь. Для меня, конечно, народное, наверное, самый оптимальный вариант, хотя все равно где-то немножечко меня это цепляет, потому что получается как бы, что ну, профессиональные художники не народ. То есть они как бы, это какое-то отдельная какая-то каста. Но для меня как бы народ это все действительно. А тут получается все-таки немножко не все. Получается, что народное все-таки связано с крестьянским, с традиционным укладом. И, собственно, поэтому в 20 веке окончательно мы поимели вот эту катастрофу и практически исчезновение народного искусства, потому что, то есть, цивилизационно мы пришли к финалу вот этого традиционного крестьянского общества, и поэтому сегодня, ну, то есть, в таких обществах, которые больше сохраняют традиционный уклад, восточных, в индийских, например, в индийском искусстве, это
продолжается, да, то есть чем более цивилизационно как бы страна, регион находится уже в прогрессивном, якобы, на прогрессивном этапе, тем меньше в нем осталось народного искусства и тем более проблемно его рассмотрение в европейской там, культуре, в американской тем более. Вот. Но сейчас не будем мы углубляться в эти терминологию. Я бы хотела просто отметить какой-то ряд характеристик, которые для меня являются определяющими при трактовке вообще понятия народное искусство. То есть, да, я сказала о том, что это протоискусство, и оно является корнем, таким вот корнем и истоком. Народное искусство – это единственное из всех, вообще, которые я буду в этом в курсе рассматривать, коллективное искусство. То есть это искусство не авторское, потому что для нас, в общем-то, стандарт, когда ты говоришь искусство, ты подразумеваешь автор или авторка, человек, который производит его, то есть это неразрывно связано. Очень странно иметь, вот, дело с искусством, у которого нет автора, ну, то есть которое сформировано, которая сформирована сообществом, которая сформирована неким коллективом людей. Да, это, и, конечно, его такая уникальная безавторность. То есть это искусство, которое больше связано с миром и с природой, чем с человеком. Оно не антропоцентричное, в отличие от других, даже от наивного искусство, которое все равно производится автором, конкретным человеком. Еще очень интересный момент, о котором я постоянно думая о народном искусстве, говоря о нем, это такое сдержанное искусство. Это искусство, которое работает с тем, что есть. То есть, ну, как бы люди испокон веков работали с теми материалами, с теми формами, с теми сюжетами, которые их окружали. То есть это искусство, которое не выдумывает, оно не изобретает. Это тоже то, что мы имеем с профессиональным искусством, когда художник должен быть каким-то новатором, каким-то достигатором, каким-то фантазером большим. Здесь, ну, как бы это абсолютно не свойственное нашему пониманию искусства характеристика, да, то есть ничего не надо выдумывать, не надо индивидуализировать, нужно просто повторять. То есть это то, что, мне кажется, доставляет очень большой дискомфорт, ну, когда ты говоришь про народное искусство, ты говоришь, как же? Ну, какое же это искусство? Это же подражательство, это воспроизводство, это ремесло, да. Ну, то есть где здесь этот аспект, собственно, искусства, да, как творение, да, но дело в том, что народное, оно все-таки как бы дорелигиозное еще, то есть это такая искусство мифопоэтического конструирования еще, то есть искусство, в котором, по сути, человек воспроизводит в каждом произведении свое понимание мира, ну, то есть он реконструирует, причем не в самом даже объекте, а в процессе изготовления этого проекта тоже. То есть это все было очень сильно связано с укладом жизни людей, с циклами природными, с циклами религиозными позже и так далее. То есть создавалось оно как какое-то отражение и... Это, ну, даже отражение нехорошо говорить, потому что отражение – это больше слово, которое отсылает к профессиональному искусству, к тому вот возрожденческому. А здесь мы имеем просто вот эту связь непосредственную с первоосновой мифопоэтической образа жизни и существования человека. И только если эта связь действительно существует, в этот момент – как бы искусство народное можно считать состоявшимся. И это то, что является основной проблемой для меня сейчас, в 20 и 21 веке, то, что мы вот эту непрерывность и связь, и вот эту привязку, пропитанность этой мифопоэтичностью утратили.
И поэтому для нас сейчас воспринять народное искусство действительно очень сложно, потому что о чем это, мы уже не понимаем. То есть мы можем прочитать в книжках, если очень заинтересуемся, да, но дело в том, что тут недостаточно знать, для какого ритуала, недостаточно просто раскодировать этот знак, недостаточно прочитать этнографические исследования. Это срабатывает как искусство только в тот момент, когда все эти знания являются действительным смыслом твоей жизни. Сейчас для нас уже это просто информация, к сожалению. Поэтому сейчас еще я хотела про функционализм сказать. Поэтому на сегодняшний момент народность вот эта в искусстве, она является очень проблемной. Ну, то есть начиная с 19 века, то есть если до конца 18-го, начала 19-го народное искусство было вообще просто профанным искусством, не интересовавшим, то есть функциональным каким-то украшательством таким, который как собственно искусство не интересовало вообще никого. В 19 веке с началом исследований этнографических очень активных, ну то есть как бы оно стало вызывать интерес, но не как искусство, да, а как некий элемент быта, ну, то есть как часть жизни, уклада, как некая визуальная такая сопровождающая какой-либо это ни было культуры, через которую можно эту культуру понять, охарактеризовать там, ну, и так далее. Но, собственно, как искусство оно было воспринято только, наверное, на границе 19 века. Но в тот момент, когда вчера немножко мы об этом говорили, в момент этого модернистского поворота, когда художники профессиональные стали искать, то есть у них настолько почва из-под ног ушла, и смысл вообще существования, что они стали искать как бы свои визуальные какие-то подпорки, спасение визуальное во всех других видах искусства, так, в наивном искусстве и также и в народном. То есть оно наконец-то к концу 19-го было признано, что это не просто красиво разрисованная чашечка или там как-то вышитая рубашечка, да, что это собственно визуальный код, это кодирование, и это кодирование, которое связано с сообществом и связано с местом. То есть вот это тоже, это как визуальный код, есть терминология, которая используется по отношению к народному искусству, визуальный код этноэкосистемы. То есть, с одной стороны, мы имеем этнос со своей определенной мифопоэтикой, с религиозными практиками, с бытовыми практиками. С другой стороны, мы имеем эко, некую локацию определенную географическую. И это тоже очень удивительно, каким образом происходит вот эта вот спайка и проникновение природного в искусство, потому что это искусство, которое было предопределено местом. То есть на уровне материалов понятно, да, то есть вот белорусский лен, да, вот все, то есть он у нас растет, значит это наше, и значит мы будем работать с этим. Металл, шерсть, там лоза, банановые листья, ну то есть у кого что было, какой этнос что имеет, с тем он и работал в этом смысле. Очень интересные истории, если мы говорим о народном искусстве, связанные с теории цвета и с колористикой, потому что здесь тоже все предопределено наличием красителей, тем, какие растения росли в данной местности, которые можно было использовать в качестве красителей, в качестве, как это называется, пигмента, да.
сюжетами та же самая история. То есть если мы имеем определенную географическую зону, мы имеем определенные растения, определенных животных. То есть эти все образы, это все транслируется в народное искусство. И поэтому сейчас, когда мы смотрим на какие-то ковры, вышивки и так далее, в принципе, мы можем это, ну, то есть уже в этом во всем на уровне визуального кода мы можем понять, откуда это произведение. То есть это больше история о месте, чем о человеке. И это признание того, что природа больше, чем человек, что мир. Ну, то есть вот это отрицание антропоцентричности, оно очень важно, мне кажется, сейчас, потому что мы настолько привыкли, в том числе в искусстве, к тому, что человек всему голова, и только он может решить, значит, что он будет делать и как он будет делать, и может как бы вот, ну, вот это такая типа «я творец, Бог, царь и всему вершитель». На самом деле, если обратиться к практикам народного искусства, это такие... Мне кажется, это может быть очень хорошей практикой такой аскезы художественной, да, когда ты просто отрекаешься от использования того, к чему ты не имеешь доступа и о чем ты не имеешь непосредственной информации, потому что, опять же, почему умерло, как один из аспектов народного искусства, на мой взгляд, да, потому что человек получил слишком много доступа к информации, во-первых, о том, что есть вокруг в мире. Вот. И он получил доступ, да, к ресурсам, к историям, к картинам, ну, то есть и почувствовал, что он имеет право и возможность выбирать. А в этом смысле народная – это такая практика ограничения и работы с заданной темой и с заданным материалом бесконечно и без конца об одном и том же. И как в этом постоянном реконструкции и проживании одного и того же опыта жизни ты с этой жизнью, по сути, грубо говоря, смиряешься. Вот. Ну, то есть, понятно, что я не буду сейчас рассказывать о народном искусстве стран мира, потому что, ну, оно... Ну, невероятно и разнообразно, и понятно, что на самом деле вот эти эко-этносистемы, они не равны ни народу, ни нации, это намного более маленькие локации, то есть мы не можем говорить там на самом деле даже об искусстве Беларуси народном, ну, то есть оно все равно делится на какие-то регионы, зоны, и отличается зонально, если мы имеем большие страны, там, я не знаю, Китай, ну, то есть, естественно, там этих вариаций народного искусства вообще огромное количество, то есть об этом, естественно, написано много книг и очень много альбомов, это все можно изучать, то смотреть и вдохновляться, ну, то есть то, тем, чем вам было бы интересно. Единственное, что... Я хотела отметить, что на самом деле до сих пор по-прежнему все равно вот эта оптика этнографическая, она, ну, конечно, превалирует над оптикой искусствоведческой или какой-либо другой критической при анализе народного искусства. То есть все равно мы, ну, как правило, в большинстве случаев будем иметь вот это вот описание просто объектов. И здесь... Я прихожу к вопросу, ну, о котором чуть позже мы будем, ну, хочу больше сконцентрироваться, о том, каким образом нам можно или стоит представлять сегодня народное искусство как куратором, как там, музейным работником, как искусствоведом, так, чтобы акцентировать его ценность именно как искусство. То есть не как этнографических объектов, а как произведение искусства. И мне кажется, что здесь очень важный момент, действительно, не что, а как показывать. Что, например, ну, возвращаясь к Беларуси, к нашей всем дорогой, любимой, то есть мы же знаем все, что у нас ну, очень много денег выделяется на народное искусство. То есть я думаю, что и на государственном уровне это, ну, однозначно из сфер искусства самая поддерживаемая и самая датируемая сфера.
При этом, что мы имеем мы то, что на это на все смотреть адекватным людям нет никакого абсолютно желания. Что показывается и как показывается, абсолютно никак не коррелирует с искусством. С одной стороны, это такая этнографическая какая-то воспроизводство, да, потому что в каждом городе есть музей там, какой-нибудь там, белорусской культуры, в каждом районном центре обязательно должна быть, значит, выставка прялок, чесалок там, и так далее. Это все стоит в пыльных углах с кривыми надписями. И не вызывает интереса абсолютно ни у кого, даже у детей. Это на уровне... На уровне экспозиционном это сделано настолько неинтересно и настолько убого, что даже я уже молчу про какую-то акцентуализацию именно художественной ценности, это сделано плохо даже на этнографическом уровне. И сейчас вот этот мой основной блок, начну я все-таки его сначала, потому что сейчас я уже куда-то в середину ускакала. Блок о том, о том, что вообще происходит сегодня с народным искусством в 20 веке, есть ли у него какие-то перспективы, можем ли мы говорить о том, что мы вообще сегодня, имеем живое народное искусство, или это как латинский язык, мы его можем изучать, любить, использовать в каких-то научных терминологических схемах, но в целом это уже отживший феномен. На мой взгляд, наверное, да. В этой текучей непрерывности постоянного воспроизводства, понятного каждому, все-таки народное искусство в 20 веке умерло в абсолютном большинстве стран. Но у нас остались некоторые формы, такие вспышечки. Естественно, остались еще какие-то очаги. Остались деревни, в которых продолжается действительно какая-то какой-то традиционный промысел. Этих людей единицы, кто действительно перенял это у своих предков, у бабушек, дедушек, прабабушек, и так далее. И этих людей, конечно, нужно холить и лелеять, и стараться, не дать этой информации исчезнуть вместе с ними. Первое, о чем идет речь, это, естественно, сбор и фиксация того, что сохранилось. Дальше, на мой взгляд, следующий очень важный этап – это что мы дальше делаем с этой информацией, с этим опытом, с этими схемами, с этими мифами, с этими историями, с этими практиками, с этими... опытом обработки материалов и так далее, потому что это все можно записать, и как у нас это записывается, но потом это остается все где-то в каких-то запасниках, и там просто тлеет и распадается, и получается, что в целом на массового зрителя это действительно не имеет абсолютно никакого влияния. Оно никаким образом не конструирует и не вплетается в визуальную картину мира современного там, белоруса, белорусский, абсолютно. Это превращается в какой-то груз, лежащий на задворках вот этих убогих этнографических музеев, при том, что для того, чтобы, если мы хотим эту память о нашем коде сохранить, а нам нужно ее сохранить, потому что иначе мы утратим вообще вот эту связь с корнем, нам не обязательно ее использовать ежедневно, да, не обязательно всем ходить в лаптях и в вышиванках, да, но что это, зачем это, откуда это, как это, мы должны знать.
И мы должны сохранять и давать доступ к этому, к этой информации максимально большому количеству людей постоянно. Вот. И в этом смысле, конечно, вчера мы говорили, Ира мне сказала, что да, опыт выставок, который делал Дима Солодки в Национальном музее, да, это вот такой супер, на мой взгляд, удачный вообще червоный колер нации, так, да? Нет, жаночий код, жаночий род, червоный колер нации, и чему ты меня не покинул. То есть это, вот это тот способ, презентации народного искусства, который не вызывает, простите, который хотела показать, сейчас найду фотографии, который не вызывает отторжения. Ну, то есть каким образом можно показать... сейчас, секундочку, вот оно тут. Каким образом мы можем показать... вот оно. Да, эту юбку традиционную, да, белорусскую, с вышивкой, рядом, да, с картиной Жанны Капустниковой, например. Ну, то есть вещь, которая абсолютным большинством людей, я про, ну, юбку сейчас, которая, ну, то есть вот, будучи, находясь она в обычном, ну, этнографическом музее, не интересует никого, не впечатляет никого, не дает никому из современных людей никакой информации и никаких переживаний. Ну, а при этом просто грамотное размещение объектов в пространстве, ну, то есть грамотное сочетание элементов произведения искусства, потому что здесь, ну, вот в «Червоный колер нации», то есть здесь идет такой микс народного искусства и профессионального, современного и старинного. Но в другой выставке, например, «Чему ты меня покинул», где речь идет про скульптуру, где-то я же открывала, там такая чудесная, вот она. Если кто-то не видел, может быть, про традиционную белорусскую деревянную скульптуру. Ну, то есть здесь даже нет никаких подпорок, когда, ну, народное искусство подпирается какими-то дополнительными смыслами, которые возникают, когда рядом с ним размещаешь современное искусство. Здесь просто, то есть мы просто показываем старые гнилые деревянные распятия, которых, опять же, в Беларуси очень много, в каждом музее. Просто вот они где-то там лежат на складах. Но вопрос в том, каким образом человек это располагает, как куратор, и какую он... ну, просто название. И все. И это срабатывает, и это впечатляет людей, и все уже знают про эту скульптуру белорусскую деревянную, и... ну, то есть это не воспринимается как какая-то, как что-то из достана, из бабушкиного сундука и воняющее нафталином, да, то есть это живое, абсолютно уникальное произведение искусства, позволяющее пережить абсолютно уникальный опыт эмоциональный, интеллектуальный, эстетический там, и так далее. Вот, но это к тому, что, то есть вот, ну, для меня это такой идеал того, что можно было в Беларуси сделать в рамках государственных музеев с этими коллекциями, которые имеют в большом количестве наши государственные музеи. В какую сторону теоретически надо было бы двигаться, но непонятно, в какую сторону мы будем двигаться дальше, сейчас сложно предположить. Вот. Еще два аспекта, о которых я хотела поговорить по поводу существования народного искусства здесь и сейчас у нас, в 21 веке. Да? К
что с ним происходит. То есть, да, оно где-то сохраняется маленькими очишками, оно передается иногда в рамках этнографических экспедиций, художники наши, я знаю, что то есть определенные фанаты, да, которые подпитываются от этих вот еще редких сохранившихся источников народного искусства. Кто-то вот так, как Дмитрий Солодкий, умудряется его как-то удачно инкорпорировать в какие-то современные, актуальные кураторские практики. Есть художники белорусские. Понятно, что не только в Белоруссии, но поскольку я решила, что имеет смысл ограничиться нашим контекстом, потому что примеров сотни и тысячи, да, и то есть среди белорусских современных художников есть целое такое вообще прекрасное, мне кажется, множество людей, которые работают с народным искусством как не просто как с с источником вдохновения, а качественно перерабатывают этот опыт народного искусства. Можем начать издалека, да, с Артура Клинова. Это целый был большой проект, который он делал из соломы, все что угодно из соломы. И вот этот материал, традиционный белорусский материал, это соломка, которая уже, где мы только ее не, куда бы мы ее только не прикладывали, да, но в этот момент ты понимаешь, что это можно как бы абсолютно белорусский вот подножный материал, ты можешь использовать традиционный, ты можешь использовать, художник может использовать для создания произведений абсолютно адекватных, актуальных тематически и эстетически реалиям 21 века. Конечно, это про Руфину, я думаю, тоже знают сейчас уже все после 2020 года. Про Руфина Базлова, которая делает прекрасные такие вышивки на основе, тоже классических. Так, это не она. Да, это вот знаменитая вышиванка Зеленского, в которой он как-то, он был, у него зеленая с черным была, но на ней была вышита вот эта вот сцена, собственно, созданная, разработанная белорусской художницей. И здесь, прекрасная такая тоже есть картинка, где... чего ты, малый? Да, где мы видим традиционный этот строй, эти рукава вышитые, и насколько то, что делает Руфина, насколько оно выглядит, насколько оно естественно, насколько это использование традиционной техники не является здесь каким-то приемом, таким вот прилепленным. Это проникновение народного и вот это корневого искусства должно происходить именно таким образом для того, чтобы состоялся эффект, да, потому что иначе мы будем иметь то, что мы имеем на уровне государства, сегодня, как работает вообще, белорусская официальная культура с белорусским народным искусством, да? На самом деле это началось... Что? Во-первых, это красиво, да? Дело в том, что это началось, конечно, не сегодня, не вчера, да, то есть, естественно, это началось в советское время, эта катастрофа для нашего региона произошла именно в советское время,
по ряду абсолютному причин, по чудовищному стечению обстоятельств, потому что, с одной стороны, урбанизация, то есть, с одной стороны, переселение людей в города, отрывание людей просто насильственное во многих случаях от их корней, и потом в городах попытка возместить этим людям, ну, воссоздать якобы на уровне любительских клубов, кружков народного искусства и так далее, вернуть им как бы вот это отобранное у них насильно, непрерывное тысячелетиями питавшее их искусство. Ну, то есть, и в результате, конечно, ну, фарш невозможно повернуть назад, и это порождает, ну, это насильственная попытка воссоздания, бездумная, а просто вот давайте мы сделаем так, как было раньше, без понимания того, что, ну, это невозможно, действительно, оно порождает вот эти мутагенные формы ужасные, когда... Ну, это невероятно, оно же все, это полно, ну, то есть... Когда якобы используются традиционные техники, когда якобы используются традиционные сюжеты... Да, когда якобы используются традиционные материалы, а на самом деле нет, то есть я не помню, мне удалось найти эту картинку или нет, по-моему, нет. Была история о том, как БРСМ подарил детям где-то там в какой-то области новорожденным вышиванки. И то есть это значит, детская боди, в пакете с надписью БРСМ, с печатью. Ну, то есть это те боди, которые я специально погуглила на Алиэкспрессе. Огромный выбор вот этих китайской синтетической продукции с нанесением очень качественного принта в виде белорусской вышиванки. И это все в пакете от БРСМа дарится новорожденным. Ну, то есть... Начинает, конечно, очень сильно закипать мозг по поводу того, зачем, почему из этих, ну, то есть и так далее. Народное искусство, конечно, да, это классика. Это, конечно, очень мощный, ну, оно все почему-то, все вот такое, да, то есть... Это как этот камин Папы Карла. Ну, то есть оно нарисовано, ну, типа вот этот огонь, вот этот костюм, эта кукла, это что? То есть оно какую-то имеет видимость связи с народным искусством, но это, ну, нужно быть абсолютно слепым, слепо-глухонемым человеком, чтобы не увидеть и не почувствовать разницу, ну, того, что это нарисованный огонь. Нет, так и она не должна выставляться в музеях. Понимаешь, в чем дело? Дело в том, что... она не делает это дома, во-первых. Ну, то есть реально никто из вот этих женщин, продающих эти на лотках... То есть люди, которые делают, да, которые продолжают традицию и мотанок, продолжают традиционное ткачество и вышивку и так далее, но это не эти граждане, потому что здесь мы имеем дело, конечно, просто с коммерциализацией, то есть с использованием народного искусства. Это бич, еще один современного общества. Я не знаю, кто покупает. Я не знаю. Ну, то есть то, что я вижу, я, к сожалению, наверное, или к счастью, никогда не была на дожинках. Но я вижу толпы счастливых людей вот с этими, которые передают друг другу эти куклы. Возможно, это вообще все... Ну, для меня это выглядит как декорация. Ну, то есть, возможно, это просто поставлено и сделано для того, чтобы сделать фотографию для вот Белтабай. Вполне возможно, что потом эти куклы скинуты просто в ящик и увезены куда-то. Но, в принципе, вы же были все в сувенирных лавках белорусских государственных. Там таким и торгуют. Но дело в том, что не только в Белоруссии таким торгуют, как народным искусством. То есть я думаю, что все мы
привозили такое из Таиланда, из Египта, из Грузии. И действительно, в любой стране сейчас найти действительно аутентичное народное искусство, это просто ты должен проникнуть в какие-то тайные вообще эти круги, чтобы тебя куда-то к кому-то завезли, а тебе продадут что-то, что имеет, ну вот действительно там 3% ну, воспоминания о том, что такое настоящее там, грузинское народное искусство или египетское и так далее. Это, конечно, вот это выхолащивание и коммерциализация, это бездумное копирование, лишающее смысла предметы, которые всегда были этим смыслом сакральным, на самом деле наполнены. Ну, то есть меня, ну, вызывает во мне просто невероятный роспач. Потому что ну, не, так нельзя. Ну, делайте что-то тогда другое. Вот, наверное, что меня больше всего раздражает в этой ситуации, это как с вот этим воспроизводством обрядов на свадьбах, например, да? Каравай, вот это все. Я говорю, ну, люди, вы же... Зачем вы это делаете? Вот что это значит? Ты не знаешь, что это значит? Ты действительно не живешь этим? В топку, не, лучше не трогай, лучше не делай того, не воспроизводи бездумно, ну, то есть то, что может для других значить и то, что должно быть наполнено смыслом. Ну, делай свои новые смыслы в таком случае. Ну, то есть если тебе сейчас непонятно в 21 веке, что, в чем прикол, я не знаю, тканой постелки, окей, все, двигаешься дальше, но не используй сакральное и традиционное бездумно, не наполняй его чуждыми ему смыслами. Ну, то есть это, ну, как бы меня очень сильно травмирует. Я не знаю, возможно, это какая-то моя личная проблема. Это нормальный процесс, да, но я к тому, что какое-то количество... об этом я только что и говорила, о том, что если у тебя... естественным образом не возникает желания, ну, вот сейчас это нормально, потому что действительно, ну, то есть мы идем вперед, и наша, ну, цивилизационно, исторически мы на том этапе, когда, ну, прям притягивать за уши сейчас к нам, конечно, вот, ну, народное искусство уже никак нельзя, но сохранять и оставлять это для людей вот таких, потому что таких людей все равно достаточно много, которые сейчас, ну, действительно становится в какой-то момент интересно, да, о том, а почему так? Ну, то есть так или иначе, они могут увидеть этот объект в музее, они могут увидеть его там в домах своих предков, сохранившихся в деревне и так далее. У них может возникнуть интерес. И они должны иметь возможность, естественно, и доступ к этой информации, чтобы это не была какая-то статья идиотская в Космо о том, как нужно проводить свадьбу, что нужно белое платье, а потом обязательно каравай. Ну, то есть, чтобы эта информация, чтобы она не профанировалась. Если у человека есть запрос, он мог ее получить. Ну, то есть, качественно обработанную и максимально полную. Ну, то есть, для того, чтобы вот это преподание к источнику, ну, типа, по запросу все-таки могло состояться. И по итогу, возможно, как-то обогатить этого человека. Ну, то есть, поскольку если у него есть запрос, и он получает эту качественную информацию, то, возможно, это как-то поможет его развитию, неважно, интеллектуальному, эмоциональному, эстетическому, там, неважно. Ну и мне кажется, что, конечно, в этом смысле больше влияние имеет работа современных художников с традиционным искусством. То есть это, да, это Маша Мороз. Ну то есть, потому что они могут помочь нам, ну, посмотреть на народное искусство, поскольку идет трансформация, да, трансформация вот этого визуального кода в новый язык, новой визуальности нашей 21 века, потому что просто, ну, я говорю, что то есть, это как читать книгу на старославянском, да, ну, то есть, может быть, книга очень интересная, но очень вряд ли кто-то дочитает до конца, да, тебе, ну, то есть, от
как бы если кто-то специалист, да, заинтересованный человек, переводит ее для тебя. И вот здесь то, что делают современные художники, те, кто работают с народным искусством, удачно работая, да, то есть они действительно служат, работают вот такими медиаторами, проводниками, переводчиками на современный визуальный язык, потому что когда мы смотрим на вот, например, где-то тут есть еще эти чудесные Машины постилки, да, ну, традиционная вот эта вот постилка, в которой начинает проступать графический вот этот код, который похож на штрих-код, который похож на какой-то цифровой код в компьютере, когда идут эти запись информации, блоки информации цветовые. Ну, то есть, и это совсем по-другому. Это для нас уже начинает иметь какой-то новый, актуальный, дополнительный смысл. И вот, ну, то есть, при этом оставаясь изначально, ну, типа, в рамках вот этой линии развития, да, в рамках непрерывности какого-то нашего языка, свойственного нашей эко-этносистеме. Да, 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 ну да. Да, ну то есть и вот эти вот все вещи, понимаешь, потому что сейчас то, что мы имеем, конечно, это суперкатастрофа, для Беларуси до сих пор актуальная, потому что, ну, потихоньку ее перерастают, потому что есть все равно возвращение, ну, возвращение интереса к культуре, к народной, но ведь мы же долго, это тоже наследие советского нашего опыта. То есть для нас народная культура связана с селом, с колхозом, вот с этим, то есть это что-то, от чего нужно отмахаться. Ну, то есть если ты хочешь быть нормальным человеком, да, то есть как бы тебе, ну, тебе нужно только, не дай бог, никаких вот этих вот бабских подушек вышитых, вот это вот, да, ну, как это называется, Андрей Ленкевич, фотография, что-то там, какой-то интерьер. Белорусский, да, традиционный интерьер. И чтоб, не дай бог, никаких ковров, чтобы у тебя в нормальном доме не висело. Чтобы... Не чувствовалось, что у твоей кожи есть деревья. Да, 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 да. Ну, то есть, и вот этот разрыв, который нас заставили сначала вот разорвать и заставили почувствовать, что прямо необходимость отказаться, а потом вместо этого выдали вот этот макет вот этого стерильного какого-то искусства народного для городских. Ну, может быть и так. Вполне, вполне возможно. Ну, то есть, возможно, это просто, ну, этап какой-то. То есть, так или иначе, это этап. То есть, оно так или иначе или отпадет совсем, или трансформируется во что-то. Ну, то есть, ну, просто я думаю, что мы, ну, можно констатировать, что просто сейчас такой очень, ну, проблемный кусок времени, период времени для народного искусства, да, потому что непонятно, оно в каком-то лимбе застряло. То есть оно еще, ну, то есть оно уже и не развивается естественным образом, и оно еще полностью и не исчезла, да, поэтому получается, что мы тоже как вот, ну, на каком-то таком, то есть промежуточном моменте, и можно повернуться, да, как в сторону полного забвения, ну, так и в сторону, наоборот, то есть такого активного обновления. Ну, вот это вот, знаешь, вот когда вот что этот человек, что у него на голове? Зачем? Вообще посмотрите просто, ну, то есть это праздник вышиванки, организованный БРСМ. Что это за вышиванки? Что это за узоры? Что это за эти сапоги по колено? Ну, то есть, что это за унты, короче? Ну, то есть, что это за шляпа? Кто все эти люди? Там еще в конце колонны бонстики были, как написано было в статье. Ну, то есть... Ростовые, это праздник белорусской вышиванки. Я вот про вот это, про то, что люди, ну, как бы кич, это, конечно, хорошо, да, ну, типа, трэш-арт, окей, да, но здесь, ну, да. И смысл прокомментировать.
Вот это к истории, да, про каравай и про то, что, ну, понятно, это зависит, конечно, от каждого человека индивидуально, его способности интеллектуальные, но есть еще все-таки политика, да, культурная страны, которая должна... Должна нас куда-то вести, ну и желательно не к трэш-арту, ну то есть, потому что, ну то есть, это все-таки слишком маргинально даже для меня, короче, иметь трэш или кич как основу культурной политики нации вообще. Хотя по факту, да, вот мы примерно это сейчас и имеем. И есть еще один момент, который я хотела отметить по поводу существования народного искусства сейчас. Мы поговорили про вот эту коммерциализацию, выхолащивание, то, что связано с то, что связано с сувенирным вот этим продукцией, с тем, что народное искусство очень активно используют для брендирования нации. Вот, ну, то есть нация не равно народ, народное искусство. Ну, то есть тоже я прямо... Ну, то есть это, ну, понятно, что хороший дизайн местный, он, естественно, прорастает корнями из народного искусства, да, поскольку, ну, функциональное искусство, то есть он такой наследник, но это хороший дизайн, но, к сожалению, его очень-очень-очень мало в мире. Вот, а второй аспект, который, то есть на фоне этой фотографии тоже, конечно, очень понятен, это то, как народное искусство используется откровенно просто, в самом плохом смысле этого слова, в идеологических и политических играх для того, чтобы ну, вот это, вот эту визуальную составляющую... Да, да, ну типа о том, что народ — это мы. То есть тут, конечно же, вся история с вышиванкой, чья вышиванка, кто первый ее одел. И носить вышиванку — это значит быть борцом или это значит быть борцом с борцами. Ну то есть чья вышиванка — это же, ну, это же прекрасный дискурс, да? Ну типа как вы могли? Ну то есть вот это вот, вот эти акции БРСМа, они же, и, собственно, поэтому и запущены были, да, для того, чтобы отвоевать государству обратно этот визуальный код, который попытались силы как бы оппозиционные использовать для себя. Но и в том, и в другом случае это идеологическое использование визуального кода народного искусства, который позволяет якобы людей объединить под какую-то национальную идею. Это тоже, конечно, ну вот я в этом во всем, неважно, это может быть прекрасная идея, да, ну то есть когда мы сейчас про Украину говорим, да, ну то есть, но это такая инструментализация искусства в целях социальных, политических, ну неважно каких, но... Ну, то есть мне тоже от этого регулярно становится больно, потому что, ну, типа, иногда, это, конечно, там, ну, совсем клинический случай, то есть часто это очень красиво делается, но в этом уже нет искусства. Ну, то есть это просто знак, выхолощенный, пустой, опять же, и наполненный каким-то очень однозначным смыслом. А искусстве, ну, а в искусстве не может быть настоящим вот этого однозначного и плоского смысла. То есть если ты точно знаешь, что мы, куда это везет, да, то есть это, ну, на мой взгляд, уже не искусство. То есть в искусстве все равно должно быть место для... для разных трактовок, для уровней понимания, ну и так далее. То есть, когда это просто инструмент, то это, конечно же, уже не искусство. Вот, ну все, я думаю, что на этом мы, пожалуй, закруглимся с народным искусством. То есть, очевидно, конечно, что судьба его... Вот еще красивая фотография, эти, к сожалению, я не видела этой выставки. Это выставка Сергея Лескитя «Шепт», которая была. И сейчас, вот, мне кажется, что это в прошлом году, наверное, лучшее, может быть, из того, что в реальности в Белоруссии было сделано. Ну, как кураторский проект и как выставочный именно проект. И дело в том, что здесь же речь не...
даже не, ну, я когда фотографии искала, я думаю, ну, это не народное искусство. То есть Сергей не работает непосредственно, как, например, Маша Мороз или как Осипов. Он не работает с кодом вот этим визуальным. Он работает с историей белорусской, да, ну, то есть с какой-то традицией, с традиционной культурой и так далее. Но при этом она, вот эта суть, наша, ну, суть белорусской культуры, белорусского искусства, она у него прямо проступает. Она, ну, то есть через изображения, которые могут быть даже абстрактными, которые могут быть, да, там, изображениями листьев и деревьев, да, но это настолько наше, потому что, ну, то есть он абсолютно правдив в этом во всем, потому что это действительно вот наши локальные бабки, наши локальные болота, наши вот эти цветочки, растущие только в нашей вот этой экосистеме. Это наши вот эти заговоры, которые работают только от наших бабок и к нашим людям, и никому другим не понятны. Ну, то есть, как бы, это вот этот тоже момент, потому что, то есть, он как этнограф во многих своих проектах начинает, а заканчивает как художник. То есть вот оно тоже еще вариант того, как можно с этим, ну, материалом работать, этнографическим по сути своей. Ну, потому что это так, как само вот народное искусство работает тоже, потому что это очень банально. Это простые схемы, это, ну, типа, это знаковая вся вот эта система. То есть я даже не стала сегодня показывать, потому что понятно, что все мы это знаем, да, что вот все эти системы знаковые, они, ну, это об одном и том же, да, ну, то есть это дорога, это круг, это солнце, это, ну, то есть это, эти базовые, по сути, шифры мифологические, да, ну, то есть они очень простые, и народное искусство, это тоже я начинала с этого, о том, что оно не, ну, не стремится к изощренности, оно, наоборот, стремится к вот этому вот, ну, типа, простоте, но при этом, если это сделано с учетом сути, то эта простота всегда невероятно наполнена смыслом, и она, ну, наполнена вот этой отдачей, которую ты получаешь от этого всего. Поэтому мы, глядя на какой-нибудь рушник, поэтому этот, ну, настоящий, ты думаешь, ну как, ну почему это так меня вштыривает, да, ну то есть что, квадратики, треугольнички, да, но это осмысленно, понимаешь, в чем дело, то есть если мы отдадим тот же самый узор напечатать на фабрике в Китае и вернем это обратно, короче, точно то же самое напечатанное, это почему-то не сработает. Не знаю, что вам еще. Смотрите, какие красивые. Это грузинское. Хотя тоже, ну, то есть я говорила еще о том, что это связано, конечно, с этносистемой, с материалом, с локальностью. Какие-то, конечно, оно, если, ну, знать и разбираться, ну, хотя бы чуть-чуть в народном искусстве, то есть ты, глядя на произведение, ты, конечно же, сразу локализуешь по материалам и по структуре, ну, то есть регион, откуда это все пришло. Но в то же время удивительным образом это как, ну, в мифологиях, как в религиях, да, то есть все равно есть общие, пронизывающие наше мироздание какие-то вещи, которые удивительным образом просто иногда обнаруживаются в, ну, типа, подобие в произведениях, созданных в абсолютно разных культурах, ну, то есть там абсолютно. И когда ты смотришь, да, на этот ковер, и он такой, это ж такие вот эти львы наши малеванковские, да, ну, или все эти структуры ковровые, все эти орнаментальные фризы и так далее, и ты понимаешь, что это ритм. Ну, то есть, понятно, оно отличается в зависимости от там, того, это север или юг, это колористически там, и так далее. Но все равно этот общий жизненный ритм, который передает народное искусство, он одинаковый везде. Он еще хотела, ну, я думаю, что вы все здесь, конечно же, наверное, знаете, я оставляла себе там в закладках
О, эту прекрасную историю про колер Беларуси. Да, ну, про книгу Михала Неподистова. К сожалению, который уже не с нами, но это уникальная книжка, в которой вот есть вот эта вот история про наш цвет Беларуси, да? Точно так же можно проанализировать форму Беларуси, запах Беларуси, не знаю. Но вот это исследование Михала такое, как художника и как дизайнера. Ну, то есть оно позволяет действительно почувствовать, откуда это, почему мы так любим серый, почему мы так любим белый, откуда этот красный, почему дома покрашены в синий, почему эта гамма цветовая постоянно все равно так или иначе из нас проступает, потому что мы окружены этим. Мы с рождения окружены этой палитрой, этими там рапсовыми полями. Я не знаю, там кто-то цветущей лавандой в одном месте, кто-то серыми камнями, ну и так далее. То есть просто к тому, что если кто-то из вас не видел, не смотрел, то это прекрасное, очень, ну, невероятно эстетическое удовольствие, доставляющая книга. Рекомендую. Что? Да? Ну, прекрасно. Я не знаю. Ну, вроде... Ну... Боже, я по ней так скучаю. Ну, то есть, я прямо скучаю. Да. Я по ней прямо скучаю, потому что это такой вот код, удивительным образом сформулированный. Талантливейшим нашим соотечественникам. Вот, ну все. Я думаю, что на сегодня мы остановимся.